Заниматься виноградарством на Среднем Урале стало очень модно в последнее время. Районированные сорта винограда дают неплохой урожай. С виноградников 15 кустов садоводы снимают порядка 300 килограммов винограда. Чтобы богатый урожай порадовал и в следующем году, сейчас культуру необходимо подготовить к зиме. Дело в том, что виноград – это лиана, которая очень быстро растет, у него вырастают новые побеги, но не все они зимуют. Перезимовывают только одревесневшие части побегов. Поэтому, чтобы ограничить рост растений и для того, чтобы они лучше подготовились к зиме, необходимо провести прищипку побегов. Обычно после первой прищипки, которую проводят в июне, в июле месяце, начинается рост, массовый рост боковых побегов у винограда. Их тоже нужно прищипывать. И именно в таком состоянии постараться выдержать их до наступления зимних холодов. Именно в этом случае растения хорошо перезимуют и дадут урожай на будущий год. Работа эта проводится обычным секатором. Удаляем не только неодревесневевшие побеги, но и молодые лианы. Они тоже не перезимуют. Во второй половине лета начинают готовить виноград к зиме. Для этого проводят подкормки. Обычно для лучшей перезимовки используют фосфорные и калийные удобрения. Их носят обычно в сухом виде, примерно 10 грамм на квадратный метр. Затем легко перекапывают почву. Еще один из этапов подготовки – предзимнее увлажнение. Виноград необходимо хорошо полить после обрезки, чтобы растение лучше перезимовало. С этими работами затягивать не стоит. Необходимо их закончить до середины сентября.